Экзамен сдается за закрытыми дверями. Все как при настоящем ЕГЭ. Такая генеральная репетиция сегодня прошла по всему краю. В течение почти 4 часов ребятам предстояло решить по 19 заданий. Пробный экзамен помогает школьникам подготовиться к настоящему, настроиться психологически и подтянуть свои знания. Ребята, которые сегодня пришли на экзамен, в беседе с ними мы понимаем, что кто-то волнуется, кто-то переживает, кто-то чувствует уверенность в своих силах. Мы надеемся, что экзамен пройдет успешно, что каждый участник сегодняшнего экзамена сможет понять, насколько серьезно проходит единый государственный экзамен, что каждый ребенок сможет оценить свои силы через несколько дней, это приблизительно через 10 дней, дети смогут узнать результаты сегодняшнего экзамена после того, как проверка материалов произойдет на региональном уровне, то есть в Краснодаре. И, конечно же, каждый увидит свои ошибки, будет время подготовиться к основному периоду. Кроме того, такая репетиция позволяет отработать саму процедуру проведения ЕГЭ и протестировать оборудование, задействованное в процессе. Как отметили в управлении образования, в Анапе все готово к итоговой аттестации. Результаты пробного экзамена будут известны через 10 дней.